Вау, ребята! Воу, сальтуха! Вот это круто! Бах! Ох-хо-хо-хо-хо! Вот это мощь! Вот это, ребятки, настоящий автомобиль! Вот это я понимаю! Вот это... Ой-ой-ой, трамплин впереди! Берегись, Юра, аккуратно! Хух, повезло, повезло, повезло! А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на игровом каналчике Вечное Детство. С вами, ребяточки, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть вот такую вот крутую игру под названием Hot Wheels Race Off, ребяточки. Так, ну что ж, берем новую машинку, ребятки, дракончик. И погнали, 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 посмотрим, на что она, ребяточки, собственно, и способна. Что она сможет, ребятки, выдержать на наших препятствиях. Так, ну что ж, поехали, машина-дракон. Ух, ребята, у него пламя. Ох, вот это скорость, вот это дракон гонит. Ребятки, я в прошлый раз говорил, что я вправе называть новый автомобиль самым скоростным. Но я вам хочу сказать, ребятки, что дракон вот этот намного быстрее едет, чем все машины, ребятки, которые когда-либо... Ребятки, я вообще водил. В действительности, вы только посмотрите на это. Вы только посмотрите на эту красоту. Посмотрите, какое эпическое сальто. Ребятки, вы только посмотрите на эту мощь. Вот это в действительности дракон может, ребята. Вы посмотрите, что делает. Тихо, 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 тихо. Чуть не взорвались, ребятки. Чуть на хвост дракончика не посадил я. Ой-ой-ой, труба, 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 труба. Давай, давай, бах. Ребяточки, труба нас отбросила назад. Но мы, ребятки, не сдаемся. Мы сейчас обратно возвращаемся. Возвращаемся, давай, давай, давай. И пошел, я в тебя верю. Давай, молодец, молодец, отличненько. Так, здесь лифты, ребятки, ждем-с. Так, ждем, пока лифты, ребятки, проедут. Опа, поехали. Вау, ребята. Воу, сальтуха. Вот это круто. Бах, ох-хо-хо-хо-хо. Вот это мощь. Вот это, ребятки, настоящий автомобиль. Вот это я понимаю. Вот это, ой-ой-ой, трамплин впереди. Берегись, Юра, аккуратно. Хух, повезло, повезло, повезло. А то мог ведь и проиграть. А вот и финиш. Отлично, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. Мы открыли 17 уровень, ребятки, еще совсем немножко. И мы с вами откроем новую лигу чемпионов с новыми, ребятки, машинами. Так, что это такое-то? Ой-ой-ой. Так, а я что взял? Ребятки, я взял, получается, тот же самый уровень. Давайте возьмем другой. Вот, 17-й. Вот что нам нужно. Гонка. А то я взял, ребятки, переиграть уровень. Так, поехали. Тихо, 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 тихо. Отлично, 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 ребяточки. Так, ой, ускорение. Ох, ребяточки, посмотрите. Сальтуху сделаю или нет? Да, ребята, отлично, сделал я сальто. Так, камень мы столкнули, пускай падает. Так, тихо, 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 не спеши. Ой, чуть не взорвался. Так, нужно быть аккуратным. А здесь, наверное, нужно брать разгон. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. А, ну, в принципе, да, здесь у нас, видите, какие штуки, надо аккуратно через них проезжать, потому что в любой момент, ребяточки, я могу упасть. О-о-о, вот это да. Давай, сальтуху, отлично, вот это круто. Вот это было в натуре крутое, ребятки, сальто. Еще раз, ох, классно. Вот это мощь, вот это я понимаю. Давай, 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 так, лифт, лифт. Ой, стой, 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 стой. Куда ж ты погнал-то, надо было подождать. Опять лифт, так, ну что, ребятки, мы сейчас переиграем и обязательно выиграем. Так, поехал, 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 поехал. Так, здесь, ох, вот так вот мы перелетим. Ого, мы в этот раз перелетели, ребята, вы видели? Реально круто. Ох, вот это классно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое, упал, ребятки, давайте по новой будем делать. Так, сейчас мы должны обязательно, ребяточки, приехать и, собственно, все сделать, все, что надо. Так, ну сальто мы... Ох, ребята,
Еле чуть камень не зацепили, вы видели? Так, тут надо притормозить. Теперь газуй перес... Да что ж ты будешь делать? Как так-то? Надо было раньше тормозить, Юра. Будь более бдительным. Так, тихо. Давай, 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 давай. Ох. Пошел, пошел, пошел. Ох, зацепил камень. Но ничего, ребяточки, ничего. Так, здесь мы притормозим немножко. Все, теперь здесь даем газу. Ох, отлично. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ох, здесь можно упасть. Еще раз. Все, ребяточки, вроде бы самое тяжелое прошли. Так, а что нам надо было сделать там? А нам надо было... Ай-яй-яй, аккуратно. В этот раз не долетели. Но ничего, сейчас мы обязательно долетим, ребят. Посмотрите. Давай-давай-давай. Так, нам надо более быть бдительным, ребяточки. Потому что я сейчас там упаду в яму, да, если буду не действовать по инструкции. Сейчас посмотрим. Я не понял, в чем дело-то? Так, едем, едем, едем. Так, тот бывший я уже разбился, да, наверное? Да, ребята, здесь лифт у нас. Так, все, ребятки, ждем, пока лифт опустится. Поехали. Так, ребятки, здесь, походу, трамплин огромный. Или что это? Что-то большое. Я не вижу дороги, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, отлично! Ха-ха-ха, ребятки! Финиш, и мы, ребятки, приехали и открыли 18 уровень. Так, ребятки, через 3 уровня у нас будут самые мощные автомобили уже открыты. Давайте дойдем туда. Поехали. Ох, вот это дракон-машина, на самом деле, ребятки, крутая тачка. Вот только посмотрите, что она вытворяет. Она и сальто классно крутит. И, так, здесь лифты, ребятки, надо аккуратным быть. Тормози, лифт впереди. Вперед! Давай, поехал, 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 поехал. Тихо, тихо, тихо. Давай еще раз. Воу, ребяточки! Вы только гляньте, что творится, какая дорога кривая-то. Но, опа, опять лифт, ребята. А я хотел набирать скорость. Хорошо, что я не набрал скорость, потому что сейчас бы просто-напросто взорвался бы. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Едем по этой кривой дорожечке, ребяточки. И, собственно, посмотрим, что у нас, ребяточки, ждет впереди. А впереди, ребятки, у нас буквально следующее. Здесь большая гора идет. Опять идет гора. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Ну, тут уже можно, ребятки, набрать скорость. И перелететь! Бабах! Тихо, 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 стой, стой, стой. Тихо, 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 малыш. Ой-ой-ой-ой. Упал. Но ничего, сейчас мы должны проехать, ребятки. Обязательно должны выиграть этот заезд, потому что, ребятки, без этого просто невозможно. Так, здесь лифты опять, давайте. Стояночка. Так, здесь выезжаем, как всегда. Давай, давай, газу, 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 двигатель мощный. Поехали. Так, сейчас будут лифты опять, походу. Да, ребятки, вот опять лифты. Так, поехали, погнали. Так, и что мы здесь, ребятки, с вами видим? А видим мы буквально, ребятки, следующее. А что у нас здесь? У нас здесь вот так вот все происходит. Ребяточки. Так, 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 тихо, 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 тихо. Так, сейчас, ребятки, надо будет набирать скорость. Я не знаю, ребяточки, как это делать. Но нам надо будет ее все-таки набрать. Только посмотрите. Ой, да что ж ты будешь делать, а? Пропустил, пропустил, пропустил. Ох, отлично. Отлично. Вы только посмотрите на это. Хух, тихо, тихо, тихо. Чуть хвостом не зацепился опять. Ага, вижу, впереди будет трамплин. И мы, ребяточки, с вами аккуратненько сейчас это сделаем. Проедем. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, ох, прыжок, отлично, отличненько, Юра, молодец, давай газу, выжимай все из своего автомобиля и просто-напросто приезжай к финишу, вот он, финиш, отлично, круто, дорогие друзья, поехали, у нас уже 19 уровень, дорогие друзья, собственно, открыт, и мы погоним, погоним, погоним.
Воу-воу-воу-воу-воу, ребята, вот эта скорость, вы видели, как меня просто-напросто выкинуло на эту трассу и сказала: Юра, жми газ, жми-жми до последнего, газуй-газуй и еще раз газуй. И, собственно, ребятки, что я, в принципе, и делаю. Потому что мне надо, ребятки, приехать к финишу. Потому что через один уровень, ребят, это 19-й. Получается, если мы 20-й пройдем с вами, то мы откроем с вами очень много, ребятки, автомобилей. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вау! Круто-круто-круто! Круто, давай-давай-давай-давай, поехал-поехал-поехал-поехал-поехал-поехал-поехал-поехал наверх, тихо-тихо-тихо. А что это у нас? Что это такие за трамплины? Давайте аккуратно их поставим. Вот так вот. И поедем по ним, что ли, тоже аккуратненько, да. Поехали-поехали-поехали. Воу, классно. Так, ребяточки, что, 20 уровень, и что вы себе думаете? Ребяточки, это просто классно, это 20 уровень, это реально круто. Ребятки, после этого уровня мы с вами реально выиграем, ребятки, золотой кубок и откроем все новые точилы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай газуй, ого, вы видели, как я сделал сальтуху? Другой бы на моем месте уже бы просто взорвался. Его бы разорвало, ребятки, на части, да-да-да. Так, здесь, воу. Я не понял. Все, опустилось, отличненько. Так, 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 так. Берем, 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 берем. Поехали, поехали, поехали. Ой-ой-ой, что здесь, ребята? Вы только посмотрите, какие здесь эпические уровни, какие здесь трассы. Газу, газу, пошел, пошел, пошел. Поехал, поехал, давай еще совсем немножко. Мощь американская, ты должна выиграть. Ох, отлично, ребяточки. Просто круто, просто классно. Так, тут, в принципе, все как всегда, ребятки. Нам просто надо съезжать, ни на кого не смотреть. Давай газу, дракоша. Поехал, поехал, поехал. Потихонечку, потихонечку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас здесь? Вах-вах-вах-вах-вах. Посмотрите, какая кривая дорога. Так, ребятки, приготовились. Трамплин. Воу! Ого! Ау, ребята! Я взорвался. Не надо было делать сальто на этом. Ну ничего, мы сейчас, ребятки, переиграем и обязательно выиграем. Тихо-тихо-тихо-тихо, дракоша! Нет, опять взорвался, ребят. Ну как так-то, а? Я же не должен. Я должен доехать. Давай газу, газу, газу. Давай совсем еще немножко. Потому что, ребятки, если я не выиграю, это будет просто-напросто плохо. Мне надо победить, ребята. Так, бабах. Ворота открывайтесь. Все, ребятки, ворота открылись в мою честь. И я проезжаю через них. И это просто замечательно. Тихо-тихо-тихо. Поехали-поехали-поехали. Ну, в принципе, здесь все как всегда. Нам самое главное выехать на самый верх. И здесь опять вот эти штуки, ребятки. И здесь надо быть более бдительным и аккуратным. Потому что здесь можно тоже, ребятки, проиграть. Собственно, оставить свой автомобиль без ничего. Все, ребята, погнали. Так, ну что, ребятки, готовы? Сейчас будет, ребятки, супер скорость, супер трамплин. И ни в коем случае не надо крутить сальто на нем. Просто-напросто держаться в стороне. Аккуратненько. Тогда все будет круто. Так, тихо-тихо-тихо. Сейчас вот эти ямки переезжаем. А теперь, собственно, можно, ребятки, надавить на газ. Погнали. Ох! Тихо. Ой-ой-ой. Камень. О, отлично, ребятки. Камень сошел. Это просто классно. Просто классно, что камень сошел, потому что он мне теперь, ребятки, не будет мешать. Это просто круто. Мы едем дальше. Посмотрите, какая у нас дорога извилистая. Довольно-таки. И здесь уже финиш. Ребята, отличненько. Круто, ребятки. Мы с вами прошли, ребятки. Прошли-прошли и открыли 21 уровень, ребята. А здесь у нас уже мощные машины. Улучшай. Окей, ребята, вы только посмотрите, какие у нас здесь тачки. Вы только гляньте, вот это настоящая американская мощь, ребятки. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство. Этот эпизод, ребяточки, подошел к концу.
В следующем эпизоде мы будем играть на вот этих мощных машинах, ребяточки. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики, ребятки. И до встречи в следующих выпусках, ребята. Пока-пока.